Дорогая церковь, я вас приветствую любовью, миром Божьим. Dear church, I greet you with the love of God. И благословляю вас именем Иисуса Христа для того, чтобы, имея уши, слышать, слушать и повиноваться Господу. And I'd like to bless you, the church, with being able to hear, listen, and obey the words of God. Ибо написано, имеющий уши слушать, да слышит, что Дух говорит церкви. For it is written that if him who hears, let him hear what the Spirit says to the church. Верная церковь сегодня готовится, чтобы одно иметь встречу с своим Господом. The church has one goal right now, is to meet with the Lord. И особенно прислушиваться к Его шагам, когда Он идет и когда Он придет. And especially listening to His footsteps as He's coming and He's nearing when He will arrive. Он ожидает, эта церковь ожидает своего Господа. The church is waiting for her Lord. И я хочу прочитать одно место Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. And I'd like to read from John chapter 10, verses 27. Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Сегодня самое большое и самое важное, что быть Его овцами и быть Его народом, который знает голос своего пастора. And it is the most important thing to be that sheep and to be able to hear the voice of the pastor. Он знает своих овец. He knows his sheep. Знают его голос. The sheep know his voice. Где этот голос? Where is that voice? Что это за голос? What voice is that? И что значит знает? And what does it mean that they know? Что значит они знают его? What does it mean that they know him? Вы помните, я не буду цитировать это стих всей притчи «Пять мудрых и пять неразумных». You guys know the story about the five wise and the five foolish. И с неразумными получился конфуз. And the foolish ones, we see that they were confused. Он сказал, я не знаю вас. He says, I don't know you. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Get away from me, you who do evil. Я думал всегда, что такое беззаконие. I was thinking, what is this evil? И всегда думал, что это какой-то грех или согрешение. Thinking it was maybe some sort of a sin or something similar to it. Но самое главное, что это то, чего он не повелевал. But it was something that he told them not to do. Беззаконие – это то, чего он не говорил. Doing unrighteousness is doing something that he did not command to. Беззаконие – это то, что он не давал и не посылал, но мы шли и делали. Doing unrighteousness is going somewhere, doing something that he didn't tell us to. Эти неразумные, они действовали от Господа и даже чудеса творили, многие чудеса. Больных исцеляли, бесов изгоняли. А он сказал им, не знаю вас. We see that those are the ones that, they, even though they did miracles, when they stood before the Lord, he said, I never knew you. Как не знаю? What does it mean that I don't know you? Не твоим ли именем бесы изгоняли? Isn't it by your name that we cast out demons and did other miracles? Мы делали многие дела, евангелизировали, благословляли, молились, а он говорит, я не знаю вас. He did so many things, evangelizing, praying, blessing, but then hearing the words, I don't know you. Что значит знает или не знает? What does it mean to know or not to know? Первое, что я хочу обратить внимание,
Чтобы знать голос Божий, надо знать, что Бог говорит. To, first thing is to be able to hear the voice, you have to hear Him. Дух Святой всегда говорил и говорит и будет говорить до последнего. The Holy Spirit always spoke, will speak to the very last. Сегодня, Господь, мы видим деяния святых апостолов, по всему Евангелию мы видим, что Бог говорил с Павлом, с Савлом, Бог говорил, отделите мне Варнаву и силу, Бог говорил с народом Божьим. We see that in the book of Acts, many times God spoke to the apostles. Потому что Бог, единственный Бог, который сегодня есть в нашей сегодня веропонимании христианства, это Бог, который в свое время умер и воскрес, и ныне одесную Бога ходатайствует за нас, чтобы мы знали Его волю. God is our only God, who is from the beginning, and He testifies of Himself that we are to do His will. Сегодня многие люди не знают порой голос Божий. Many people today don't know the voice of God. Они думают, что то, что пришло мне на разум. He thinks that they say that what comes to my mind. То, что пришло мне на мысль. What comes to my mind. То Бог и хочет этого. What those thoughts are, that's what God wants. Но Слово Божие говорит по-другому. But God's word says the opposite. Ваши мысли не мои. Your thoughts are not my thoughts. А мои не ваши. And yours are not mine. Потому что Бог сегодня говорит. Не мысли просто, а Бог говорит в дух, Духом Святым. God doesn't speak just through the thoughts, but through the Spirit, to our soul. Мы родились свыше от Духа Святого и приняли Иисуса Христа и спасение. We are born again by the Spirit and accepted Jesus Christ into our lives. Мы запечатлены Духом Святым и крещены Духом Святым. We have the seal of the Holy Spirit, baptized by the Holy Spirit. И сегодня и воля Божья и есть план Божий. There is God's will and God's plan for today. Не только о спасении народов. Not just the salvation of the nations. Но Он говорит, создам церковь. И врата ада не одолеют ее. But he says, I will build the church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Он хочет, чтобы мы сегодня жили тем, что сегодня Он сделал для нас. He wants us to live what he, through what He did for us. И знамя Евангелия – это вера в Иисуса Христа, распятого, умершего, воскресшего и вновь грядущего. And living by the true gospel, the gospel of Christ, who was dead, who resurrected, and sitting at the right hand of God. И кажется, что тут мы не знаем. And it seems so simple. What is there that we do not know? Я не пришел, чтобы вас удивить чем-то. I didn't come here to surprise you with anything. Я сегодня здесь для того, чтобы сказать, что хочет сказать Господь сегодня каждому из нас, потому что пришло время Духа Святого. I'm here to tell you what God wants to say to every single one of us, because this is the time of the Holy Spirit. Сегодня как никогда Господь хочет говорить с нами. Today, not like any other day, God wants to talk to us. Сегодня как никогда Господь хочет действовать внутри нас и жить и царствовать в нас. And not like any other time does today God want to live in us and rule in our hearts. Сегодня Господь хочет, чтобы ты имел возможность слушать Господа. Today, God wants you to have the opportunity to hear Him and to obey Him. Знаете, я в своей жизни, Бог очень много говорил, но я много что делал по-своему, потому что думал, что я знаю Писание, и так будет лучше. Many times in my life that I do not what God wanted, but what I thought was better because I thought I understood the Scriptures. Но когда Господь начал учить, чтобы слышать голос Божий. But when God started to teach me to listen to His voice. И это очень важный момент, потому что в этом факт того, что Он знает нас. And it's very important because in this, it shows us that He knows us. Мы рождены от Духа Святого, и Бог в нас живет и говорит тайны Богу Духом.
We are born of the Spirit, and through the Spirit, to our spirit, God speaks. Наш дух молится, говорит Ава Отче, о чем говорит нам, что мы дети Божьи. The Spirit that's inside of us prays, Abba Father, which shows that we are His children. И это важный момент, что мы дети Божьи, что мы уже не рабы, что мы уже не какие-то другие, но мы наследники вечной жизни и Царства Божьего. And this shows us that we are the children, God's children, not servants, but we are His children, and we are the ones that are going to be, that we're going to receive the eternal life. Когда наш дух оживотворил Духом Святым, то, наполняя нас Духом Святым, наш дух молится, он говорит тайны Богу Духом. When our spirit is rejuvenated by the Holy Spirit, it then speaks to God. И это очень важный момент, потому что, наоборот, еще Дух Божий, которым мы молимся тоже, но Дух Божий, который сходит, он знает, какая мысль у Духа. We also know that the Spirit knows what's inside of us, the thoughts that the Spirit inside of us has. Написано, что Он знает даже глубины Божьи. It says that He knows the depths of God's. И вот эта связь knowledge. Нашего Духа с Духом Божьим and this, combining of our Spirit and God's Spirit делает Бога, что Он знает нас. It makes it that God knows us. Он наполняет нас Духом Святым. He fills us with the Holy Spirit. Осеняя Духом Святым, Он знает каждую клетку нашего тела. He completely covers us with the Holy Spirit, knows every single cell in our body. Проникая внутрь нас, Он знает нас и духовно, и душевно, и по плоти, абсолютно все. Penetrating us, He knows our spirit, our soul, and our body, everything about us. И очень важно, чтобы мы молились Духом Святым, наполняясь им. And when we pray, it's important that when we pray, we are filled with the Spirit. Знаете, есть такое место Писания, которое я не всегда любил его читать. There is a Bible passage that I didn't always like to read. Потому что я его не понимал. Because I didn't understand it. Там написано, совокупляющийся с блудницей встает блудником. He who is with the adulteress becomes one with the adulteress. Но в этом же стихе написано, соединяющийся с Господом одно с ним. But in the same verse it says that he who unites with God is one with Him. И вдруг я понял одну простую мысль. And then I understood this simple thing. Где написано очень конкретно. What is written very simply. Вселюсь в них. I will enter them. И буду жить в них. And I will live in them. Они будут моим народом. They will be my people. А я буду их Богом. I will be their God. Царство Божье внутри нас. The God's kingdom is inside of us. И в этом царстве Он хочет быть царем. And in this kingdom He wants to be the king. Он не хочет там быть гостем. He doesn't want to be the guest. Он не хочет там побыть и уйти. He doesn't want to just be there and leave. Он хочет там жить. He wants to live there. Для того, чтобы говорить. To be able to speak. Для того, чтобы направлять. To be able to guide. И Он говорит, я пошлю вам Духа Святого Утешителя, который наставит, научит и будущее даже скажет. He says, I will send you the Spirit who will guide you, who will strengthen you, and even tell you the future. Наш Бог живой. Our God is alive. Он на Голгофском кресте. He is on a Golgotha. Взял наши немощи и болезни. Took our weaknesses, все наши грехи. Our sicknesses, our sins. Он умер за нас. He died for us. Но Он воскрес. But He rose from the dead. При этом Он разрушил все силы ада. At the same time, all the power that hell had, He destroyed. Он обращается к аду и говорит, ад, где твоя победа? He said, looking at hell says, where is your victory? Смерть, где твое жало? Death, where is your sting? И сегодня Он одесную Отца. And right now He's at the right hand of God. Чтобы ходатайствовать за нас. To be able to speak there on our behalf. И нам сегодня дал все возможности пребывать с Господом. And gave us all the opportunities today to be with Him. Знаете, когда вы будете вечерю совершать, я не знаю, смогу ли вас быть, но написано очень конкретно в Коринфянам, когда вы будете совершать вечерю. When we're going to be doing communion, I don't know if I'll be here, but whenever you guys are going to be doing communion, there's a passage in the Bible где написано, ибо всякий раз, where it says every time когда вы едите хлеб сей, when you eat this bread
И пьете чашу сию. And drink this cup. Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. You are remembering the death until He comes again. Это чаша Нового Завета. The cup of the New Testament. Чаша Его крови. The cup of His new covenant. И зачем надо провозглашать смерть Господа? Why do we need to proclaim it? Потому что мы, наш дух, говоря «Ава, Отче», он говорит, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники. Because our spirit testifies that we are His children, and thus we get the inheritance. И к евреям написано, когда завещатель жив, завещание недействительно. And in Hebrews it says, when he's still alive. Но когда завещатель умер, завещание действует. But what he has left behind is not active, but when he's dead, that which he has passed on is active. Чаша Нового Завета — это особенная вещь, которая и очень сильная сила в крови Иисуса делает нас сегодня кровными наследниками нашего Господа Иисуса Христа. The cup of the New Testament, the cup of the blood of Jesus, makes us part one with Him. Мы уже не просто, знаете, верующие или спасенные. We are not just saved, we are not just Christians. Но мы уже по крови имеем родство с Ним. But we are now one with Him through His blood. И мы, имея завещание, которое Он говорил от Иаиля, 2 главы, 28 стихом. And just like it is written in Joel. Сегодня в Иаиле 2:28 написано. In Joel 2:28 it says. И залью от Духа Моего на всякую плоть. I will pour out of my spirit on all flesh. Сыны и дочери ваши будут пророчествовать. Your daughters and your sons will prophesy. И там написано о трех действиях Духа Святого. And there it talks about three things the Spirit would be doing. Пророчество. To prophesy. Видение. To see visions. И сновидение. And see dreams. Многие обетования говорят для плоти, но я сегодня обращаю внимание, обетование Святого Духа через жертву крови Иисуса. These are the things that are used for the flesh, but I want to focus more on the spiritual part. Сегодня очень конкретно было затронуто, что Бог хочет нас послал Духа Святого и хочет говорить с нами. It is, I want to focus on that God sent us the Holy Spirit and wants to talk to us through the Spirit. Но от того, что мы его не слышим, часто в нашей жизни очень много всяких проблем. But we have so many problems in our life because we're not listening to Him. Когда у нас нет водительства Святого Духа, у нас очень много болезней, трудностей, невзгод и даже неверия и смущения. When we are not following the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, we have many problems in our life. Вы знаете, у дьявола нет другого оружия, как только смущать. God does, the devil does not have any other weapon other than to discourage. Он всегда говорит, подлинно ли? Oftentimes he says, did he not say this or that? Он всегда говорит о том, что написано, а действует ли сегодня Библия и Слово Божье. And oftentimes he'll say, is the book still... does still have the power. И часто люди, имея неверие и смущение, не понимают, откуда это все приходит. And many people that are surprised, where are all these attacks coming from? И зачем он это делает? And why he's doing it? Потому что у него есть одно оружие. Because he only has one weapon. Смущать тебя. To discourage you. И привести тебя в неверие. And to bring it to disbelief. Через много факторов жизни. Through all many different factors in life. Но задача Духа Святого. But the point of the Holy Spirit. Научить тебя. Is to teach you. Наставить тебя. To guide you. И говорить с тобой. And to talk to you. Дух Святой хочет этого говорить. The Holy Spirit wants to talk to you. Он живет в тебе для этого. He lives inside of you for that reason. Некоторые люди только молятся на иных языках и не понимают, как соединяться с Духом Святым. Many people just pray in tongues without being connected to the Holy Spirit. Когда ты молишься на иных языках, ты назидаешь себя на святейшей вере. When you are praying in tongues, you are encouraging yourself. Но надо еще то, чтобы
ты мог исполняться Духом Святым. But you also need to be completely filled with the Holy Spirit. Наполняться Духом Святым. To be filled with the Spirit. И приходить в Святое Святых для того, чтобы услышать голос Божий. And come to the Holy of Holies to hear God's word. Вы помните, что очень важно было у Саула и Давида? Remember about Saul and David? Саул 40 лет совершал жертвоприношение и даже не вспоминал о том, что филистимляне забрали ковчег и его нету. Saul didn't even bother with the fact that the Ark of the Covenant was not there. They kept on doing the offerings for 40 years. Но Давид конкретно понимал, что значит ковчег. But David knew what the Ark of the Covenant really was. Там были три вещи. There was three things in there. И там была манна. There was the manna there. Там было посох. There was the rod of Aaron. И там были скрижали. And the Ten Commandments. Сегодня в новозаветном варианте говорю. Today speaking in the New Testament language. Там было Слово Божие, исходящее из уст Божьих. There's the God's word that was coming from him. Это слово не просто, которое ты прочитал. It's not the word, just the word that you read. Это слово, которое сделало в тебе свою работу Духом Святым. It is the word that did its work in you through the Holy Spirit. Это слово, которое было, которые два шли в Эммаус, и там они говорили, когда Христос преломил это слово, когда преломил этот хлеб, они сказали, не горело ли сердце наше? It's just like the story of the two that were going to Emmaus, and when Jesus broke the bread, they understood and said, "Wasn't our heart on fire the whole time He was talking to us?" Жезл — это ибо все водимы Духом Божьим суть сыны Божьи. Без водительства ты не можешь чувствовать себя детем или сыном, дочерью Бога. The rod represents being guided, just like the shepherd guides to guide you. The Holy Spirit is to guide you, and you are to follow Him. Человек, который не водимый Духом Божьим и не слышит голос Божий, он всегда попадает в одну проблему, тогда в другую, с одной в другую. А если сказали, что он еще больной раком, A person that does not follow the Holy Spirit, that is not guided by the Spirit, is constantly falling from one problem and one issue into the next their whole life. Скажите, какую он немощь не взял на себя? And especially when he finds out he has cancer. Какую он болезнь не разрушил? What God can't fix or heal? Что он не сделал на Голгофе? What did Jesus not do on the cross? Он совершил полную победу. He did a complete victory. И сегодня самая большая задача. And today the biggest thing. Не просто верить во Христа исторического, который когда-то был 2000 лет назад. It's not just to believe in Jesus who was there 2000 years ago. А верить в его силу Голгофы, в силу крови, в силу его жертвы, который сегодня разрушила дьявола и может разрушить в твоей жизни все козни сатаны. But the power of God that was active and powerful 2000 years ago and it is today in every aspect of our life. Я хочу, чтобы каждый из нас мог понять. I want every single one of us to understand. Верить в Иисуса Христа это хорошо. To believe in Jesus is good. Но верить в его раны, в его силу крови, в его жертву Голгофы это важно и необходимо и очень победоносно. But to believe in his wounds, to believe in his power, to believe in what he can do is much greater. Сегодня многие, знаете, не понимают самой жертвы Нового Завета. Это скрижали. Some people don't fully understand the sacrifice of the New Testament that represents the Ten Commandments. Каждый из нас приобщается к этой чаше, к этому хлебу. Every single one of us, we're connected to the cup, to the bread. Новый Завет. New Testament. Он дает возможность действительно приходить путем новым и живым, который записан к евреям через кровь Иисуса Христа. It gives us the opportunity to come to Him by the blood of Jesus. Приходить в святое святых. To come to the Holy of Holies. Многие люди приходят только во врата. Some only come up to the gates. Входят, выходят, входят, выходят. Им так нравится, они так поют. Come in and out, and they like it, and that's where they want to stay. Кто-то еще во дворы заходит. Somebody comes into the outer area. Некоторые заходят даже в святое. Some into the holy inner part. Но очень и очень мало людей, которые заходят
святое святых, где Бог говорит, а Он молчит, чтобы слушать и повиноваться Господу. But very few actually enter into the Holy of Holies where they be able to hear, listen, and obey God's word. Сегодня Бог готов отвечать тебе. Today God wants to answer you. Но есть очень конкретное Писание, которое говорит, когда Бог не будет говорить. But there's a very specific scripture that talks about when God will not answer you. Несмотря на то, что ты крещённый Духом Святым. And not even looking at the fact that you're baptized with the Holy Spirit, you pray in tongues. Но есть очень важный момент, который записан в Деяниях апостолов. But in the book of Acts, there's a very specific place. Бог даёт Духа Святого повинующимся Ему. God gives Spirit to those that obey Him. Если сегодня у тебя есть уже какие-то свои планы, if today you have your own plans, и ты не готов слышать, что Бог скажет, and you're not ready to hear what God wants to say, а только просишь благословения, but only you ask blessings, не думай, что Бог тебе что-то скажет. Don't think that God will say something to you. Вы знаете, очень важно покориться Господу. It is very important to be obedient to God. Я хочу сказать, что это очень тяжело верующим, которые давно верующие. It's very hard for those that have been Christians for a very long time. Которые знают уже места Писания, знают сегодня как бы истину, и долго верующие, но не знают, как повиноваться Ему. Those that have been Christians for a very long time, but still don't know how to be properly obedient to Him. Я хочу сказать один пример, который Бог дал в моей жизни. I would like to share an example that God gave me in my life. Мы решили строить библейский центр. We started to build a Bible center. Нам дали землю. We got land. Мы ее оформили, нам дали деньги. We got the money for it. We did all the paperwork. Из Кливленда $1 million. Got $1 million from Cleveland. И я был очень доволен, что Господь так все созидает и устрояет. And I was so happy that God is blessing everything. Мы заложили там камень. We put the foundation down. Мы молились, мы написали такую надпись, что без Бога не можем делать ничего. We prayed over it and we made this sign that without God we can do nothing. Но была такая ситуация, что мне пришлось ехать в Америку очередной раз. Сюда приехал, потому что дочь заболела и почками, и, короче, целая проблема там была. And I had to, and it happened that one time I had to come back to the U.S. My daughter had some health issues. Короче, с дочерью все хорошо здесь, я приезжаю домой, а эту землю взяли братья и продали. And while I was here, my daughter's good now, everything went well. But when I came back, the brothers, they sold that land. Сказать, что я был недоволен, это ничего не сказать. Saying that I was unhappy is saying it lightly. Но вместе с тем я задал Господи, почему так произошло, братья, вы что делаете? But then I asked God this question, why did this happen? I'm asking the brothers, what happened? Короче, он продан. It's sold. Я езжу каждый раз возле этого участка. I drive by this property very often. It's in a center street. Там уже стоят такие шапы, где продают Toyota, Hyundai и так далее. There's a car dealership now open in that area. И я каждый раз роптал и говорил, Господи, почему так случилось? And I would grumble every time I drive by, asking God, why did this happen? Господи, что происходит? What is happening? И ты никого не накажешь? And you won't be able to prove anything to anybody. Мне казалось, что он может не знает, я называл имена, Господь, накажи. And I wanted maybe to punish. Пусть узнают, что они делали против тебя. And I wanted God to punish them so they would know that they did something against your will. И один раз я еду на машине. And one time I'm driving down my car. Один машине. By myself. И вдруг заговорил голос. And this voice spoke. И знаете, я от этого голоса чуть-чуть, наверное, я так перепугался. I got so scared when I heard this voice. Но Бог сказал. But God said. А ты меня спросил? Did you ask me? Мне это надо. Did I need this? Я хотел этого. I wanted it. Я перепугался так, что я просто не знал, что говорить. И просто я начал плакать, потому что я не понимал, почему и Богу это не надо.
And I was so scared and also started to cry because I did not understand that I did not ask God and wondering why God didn't need this. Божье дело. It seems like God's work. Это много евангелистов. Many evangelists. Это многие церкви. Many churches. Все новое. Everything new. И вдруг Господь говорит такие слова. And then all of a sudden God is saying these words. Я пока стал в сторону вообще, потому что я не мог уже ехать. I pulled over because I wasn't able to drive. И опять я услышал, а ты меня спросил? And then again I heard, did you ask me? Мне это надо? Do I need this? Как не надо, Господи? How would you not need it? Я оформил это все на церковь. This was all under the church. Я там заработал воспаление легких, потому что там дежурили и так далее. I was sick while working on this project. И вдруг Господь открыл мне пять неразумных этих дел. And then all of a sudden, God opened my mind to the five foolish. Эти слова: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Get away from me, all of you do unrighteousness. И я понял, что такое беззаконие. And I understood what unrighteousness was. Это то, что Бог не говорил. It is what God did not say. Идти туда, где Бог не посылал. Is to go where God did not send. Брать то, что тебе Бог не давал. To take what God did not tell you to. Говорить то, что Бог не говорит. To speak what God did not tell you to speak. Это может быть каких-то побуждений эмоциональных. It may be something emotional. Но Бог хочет, чтобы ты говорил как слова Божьи. But God wants you to speak them as the words of God. Христос сам говорит, что я ничего не делал, пока не скажет мне Отец. Jesus himself said, I didn't do anything until the Father told me to. Он шел и молился. He walked and prayed. И самая большая вообще весь секрет сидит в том, что первое, что нужно делать. And the secret is in this, the first thing to do. Молиться так. Pray in a way чтобы быть услышанным. To be heard. А это возможно только через жертву крови Иисуса Нового Завета. And it could only be done through the blood of Jesus Christ. Один путь приходить в святое святых теперь каждому из нас. The way to come to the Holy of Holies for every single one of us. Наш дух, соединенный с Духом Божьим, говорит не просто Ава Отче, он говорит тайны Богу Духом. Он знает, как молиться и о чем молиться. Our spirit that connects with the God's spirit, it knows what to pray for and how to pray. И Дух Божий проникает и знает, какая мысль у Духа. И Дух Божий знает даже глубины Божьи, настоящее, прошедшее и будущее. And the spirit of God knows the past, the now, and the future. Это то, что ты имеешь в себе. It is what you have inside of you. Теперь одна задача, чтобы там было Царство Божье. Now the only thing left is for there to be the kingdom of God in your heart. Он не хочет приходить и уходить. He doesn't want to just come and go. Он хочет там жить. He wants to live in your heart. Что нужно делать для этого? What must you do for that? Я хочу обратить простую вещь и простое внимание, чтобы вы знали, когда собиралась манна. I want us to remember when the manna was picked up. Рано утром на рассвете. Early in the morning, до восхода солнца. Before the sun would get up. Помните, что Давид говорит? Remember what David said? С ранней зари я ищу тебя. From the earliest morning, I'm seeking you. Он молился. He prayed. И искал лице Божье. And was seeking God's. Он был военачальником, и Бог ему сказал: иди, ты победишь. And being in charge, being a warrior, God would say, go and you will have victory. Но он еще спрашивал, Господи, а как это будет? But then he would also say, how do you want me to? Давид не очень такой, знаете, чистенький, как можно сказать. David maybe wasn't as clean as we might want to see. Но Бог о нем говорит следующее. But God says this about him. Это тот, который исполнить все мои желания. God says about David, he is the one that will fulfill all of my desires. Он прислушивался, что Бог хочет. He would listen to what God wants. Очень важно знать, что хочет Бог в твоей жизни. It's very important to know what God wants in your life. Очень важно знать волю Божью в твою жизнь. It's very important to know God's will in your life. Очень важно знать, что сегодня хочет Бог говорить для тебя. It's very important to know what God wants to speak to you. И когда ты научишься слышать Господа, слушать и повиноваться, твой радиус никогда не сойдет мимо, потому что ты будешь в результате у Господа. When you'll be able to listen, hear, and obey God, you will always be on the right path. Очень важно, чтобы ты знал, с чего начать.
It's important to know what to start with. Сегодня вы здесь, в Америке. Today we are here in America. Я живу в России. I live in Russia. Уже 44 года. For 44 years now. Но каждому Бог определил свою волю. But God has given a will to every single one of us. И сегодня одна задача. And today we have one goal. Придя сюда, чтобы Бог благословил вас тут. To come here so God would bless us. Чтобы Бог управлял вами. That God would take over us. Вы знаете, мы на камне написали: без меня не можете делать ничего. On our foundation we wrote, without you we can do it, we can't do anything. Но мы чаще делаем все без него. But unfortunately, oftentimes we do everything without God. Мы когда утром встаем и молимся, мы говорим: Господи, благослови. When oftentimes we wake up in the morning, we say, God, bless. И целый список мы ему говорим, что нужно благословить. And then we give God a list of all the things that he must bless us. А в конечном итоге молимся Отче наш и говорит: да будет воля твоя. But then when we pray the Lord's Prayer and it says, какой your will воле be done, уже можно говорить, если мы сказали все, что ему надо делать? What kind of will are we talking about if we already told him everything that we want him to do for us? Часто люди в собрании говорят, даже у вас будет Рождество, люди говорят: Христос, приди. And oftentimes people would say in church, Lord, come. Может быть, хоть день рождения спросить его, что ты хочешь, Господи? Что тебе подарить? Maybe at least on Christmas, on his day of birth, we could ask him, what do you want? Но мы часто празднуем праздники. But oftentimes we celebrate говорим the holidays. Говорим о праздниках. We talk about the holidays. И все. And that's it. Христа приглашаем даже. We invite him. И говорим: посиди. And we ask him to sit. Но он хочет говорить здесь. But he wants to speak here. У него он послал 9 даров. He sent 9 gifts. Он поставил в церкви пятигранное служение. He put in the church. Это все для созидания тела Христова. He blessed the church with so many gifts. Он говорит, чтобы тело его. He wants his body. И мы причащаемся от одного хлеба. And we all partake all from one bread. И когда вы причащаетесь одного хлеба, вы берете только один кусочек. And when we partake of the bread, we only take a little piece. А хлеб – это все вы, полноценный, полный хлеб, даров и благодати. Это все вы вместе взятые. But the bread is all of us. All those little pieces of bread, that's all of us. И так как каждый нам необходим, дорог и сегодня необходим для нашей жизни, то в церковь он послал эти дары для того, чтобы управлять ими. Just like every single one of us here, we are here for a reason, and we are all part of the church. He wants us to all be united in doing His will. Я хочу сказать одну простую вещь, может, она вам не понравится. I want to say one simple thing for you guys. Все дары Духа Святого. All the gifts of the Holy Spirit. Все пятигранные служения, пять служений. The five gifts of the Spirit for the leadership. Это не титулы. They're not titles. Это функции в теле Христовом. Those are functions in the body of Christ. И последнее я хочу обратить внимание. And the last I want us to pay attention to. С чего начать нужно, чтобы слышать голос Божий? What we must start with to be чтобы able to сказал, hear God's voice. Его. To be able to hear он that you are his. Он знает тебя. That he knows you. Сегодня начать с своего дома. To start with your home. В твоем доме home, должен быть жертвенник. You must have an altar in your home. Мужья, знайте, что вы ответственные перед Иисусом Христом за свою семью. Men know that you are responsible before Jesus for your family. И вы должны молиться так, чтобы быть услышанным именно наедине с Господом. And you must pray to be heard one-on-one with God. И написано: войди в комнату твою, закрой дверь за собою. And it is written, walk into the inner room, close the door behind you. И скажи отцу твоему тайне. And speak to your father that which is in your heart. И Бог, видящий тайны, воздаст тебе явно. And he who hears, sees your heart will answer you. Личные отношения с Богом сегодня самое важное, то, чтобы слышать голос Божий. Personal relationship with God is the most important thing to be able to hear вы, может, His voice. Приходите сюда в церковь для того, чтобы что-то взять, что-то послушать. And you come to church to receive something, to hear something. Но Слово Божье говорит по-другому. But God's word says something different. Если вы сходите со собрания, у вас есть.
If you are coming together, you must bring something. Что есть? What do we have? И слово Божие говорит псалом. And the word of God says a song. Молитва. A prayer. Слово откровения. A revelation. Наставление. A guidance. Свидетельство. Testimony. Все, что ты пережил. Everything that и you lived through. И ты с этим приходишь в церковь. And you come with all this to church. И когда вас много, там сразу горит этот огонь Святого Духа. And when all of us get together, there the spirit is the flame of the spirit is there. Очень важно. It's very important. Чтоб дома твои жертвенники. That home, your altar. Горел этот жертвенник. It would be on fire. И когда он гореть будет тебя дома. And when it will be on fire in your home. Он будет гореть тебя и в церкви. It will be on fire with you in church. И не надо бежать в какую-то другую церковь. And you need to run to some other church. Вы знаете, многие люди думают, что если они пойдут в другую церковь, там будет лучше. Many people think that if they go to a different church, it's better there. Я часто сочувствую тем пасторам, которые переходят к ним какие-то люди. I feel bad for the pastors when other or members like that. Я порой говорю, пастор, не унывай, тебе повезло, что тебя ушли. And sometimes to the pastors who those people leave from, I say you're lucky. А тому, к которому пришли, говорю, бодрствуй и сильно молись, потому что надо иметь мудрость, что делать и как делать. And to the pastor that came. Я заканчивать должен. Все понятно. Время вышло. Я помню, что всегда говорят в Америке. Они говорят, говори коротко, тебя еще раз позовут. Oftentimes in America they say, if you speak short, you will be invited again. И я понимаю, что действительно мы во времени. And I understand that we are in time. Но я хочу, чтобы ты понял одну простую вещь. But I want you to understand one simple thing. Бог хочет, чтобы ты его слышал. God wants you to hear him. Слушал. To listen to him и повиновался. And obey him. У меня самая большая была проблема. I had the biggest problem. Я уже слышал Господа. I heard him. Очень любил слушать. I liked to listen to him. А делал по-своему. But did my own way. И Бог меня настолько тогда поставил в такие узости. And God put me in such a tight place. Где Бог учил, как послушаться Господу. That he would teach me how to be obedient. Пусть Бог благословит вас сегодня быть слышать Господа, слушать Господу. God bless all of you guys to be able to hear, listen, and obey him. Овцы мои слушают голоса моего. My sheep hear my voice and don't follow another. Я знаю их. I know them. И они знают меня. And they know me. Пусть Бог благословит, чтобы и Христос, и вы знали голос вашего пастора. Аминь.